Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Покорительницу Сердец. Сегодня мы с вами пройдем оставшиеся три главы. Итак, глава 13. Благотворительный хаос. Вы возвращаетесь домой. Слиться с толпой или выделиться. Остаться верной себе – вот что действительно нужно. Вы и Алисия в спальне готовитесь к мероприятию, которое пройдет в вашем родном городе. Я так нервничаю. С чего тебе нервничать? Ты же едешь домой. Все будет хорошо, все будут тебя поддерживать. Они будут рады увидеть тебя в твоем прекрасном наряде. Кстати, о наряде. Что мне, черт возьми, надеть на эту благотворительную ярмарку? Думаю, ты должна одеться серьезно, но не чересчур пышно. Тебе нужно быть ближе к народу. Да уж, я не хочу выглядеть так, будто возвышаюсь над всеми остальными. Я подобрала несколько вариантов. Что думаешь? Какой наряд вы наденете на благотворительную ярмарку? Элегантный, но скромный костюм, идеально подходящий для данного случая. Простой, строгий костюм для благотворительного мероприятия. Я возьму элегантный. Отличный выбор. Ты выглядишь так взросло. Думаю, к этому надо привыкнуть. Ты выглядишь замечательно. Теперь ты ко всему готова. Ладно, пора идти. Хотела бы я, чтобы ты пошла со мной. О нет, я бы тебе только мешала. Кроме того, это отличная возможность провести больше времени с принцем. Действуй, детка. Он у тебя из рук будет есть. Ты бежишь впереди паровоза. Алисия придерживает дверь, вы делаете глубокий вдох и выходите. Вы и другие леди идете вниз по склону холма по направлению к вашему родному городу. Королева и Розетта идут рядом с вами. Хорошо, что мы выбрались подышать свежим воздухом, как думаете? Каждый год я настаиваю на том, чтобы мы шли на ярмарку пешком. Ох, лучше бы не настаивали. Я уже устала идти под горку на каблуках. Но это показывает нас с хорошей стороны. Показывает, что мы близки к народу. Вы вообще понимаете, что у всех горожан есть машины? Довольно, леди Розетта? Розетта закатывает глаза и ускоряет шаг. Я знаю эту девушку уже довольно давно, и она совершенно не меняется. Она ужасная эгоистка. Тактично. С леди Розетта не всегда просто. Это точно. Но мне кажется, у нее есть много хороших качеств. Она сильная, целеустремленная и пробивная. Приятно видеть, что ты хорошо о ней отзываешься, несмотря на то, что вы соперницы. Зрело рассуждаешь, леди Анна. Спасибо, ваше величество. Что ж, я надеюсь, ты рада вернуться в свой родной городок, леди Анна. Увидимся позже на празднике. Королева уходит поговорить с другими леди. К вам подходит Розетта. Смотри-ка, вы с королевой прямо подружки. Смотри-ка, ты вернулась, чтобы составить мне компанию. Я заметила, что вы с принцем нашли общий язык. Похоже, мы стали друзьями. Что ж, он не хочет с тобой общаться. А вот со мной он дружит уже давно. Да и твои слова не смогут этого изменить. Если это действительно так, почему ты настолько не уверена в себе? Розетта удивлена. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но быстро закрывает его. Думаешь, ты такая умная? Я не думаю. Я знаю, что я умная. Будь начеку. С чего это? Собираешься вонзить нож мне в спину? Ты меня даже не знаешь. Я знаю достаточно. Я знаю, что ты змея подколодная. Не все хотят тебе навредить, Розетта. Мы могли бы стать друзьями, если бы ты позволила. У меня нет друзей. Я доверяю только принцу Джонатану и никому больше. Все так, как должно быть. Розетта убегает, не дав вам договорить. Вы вздыхаете и продолжаете идти в одиночестве. Вы приходите на ярмарку. Играет громкая музыка, вы видите множество прилавков и толпу народа. Уже встретила своих знакомых?
Я только что видела своего школьного учителя и мясника. Какой прелестный маленький городок. Надо приходить сюда почаще. Я даже не осознавала, насколько я скучаю по нему. Все мы можем сделать что-нибудь хорошее, пока мы здесь. Это место ужасно. Следи за словами, леди Розетта. Да тут сточные воды текут прямо по улице. Как здесь вообще можно жить? Розетта самодовольно улыбается. Вас охватывает гнев. Приятно здесь жить, не правда ли, леди Анна? Довольно, леди Розетта. Прекрати, или я отправлю тебя обратно в замок. Жду не дождусь, когда окажу поддержку местному птичьему заповеднику. О да, я тоже. У них великолепный вольер для птиц. Всем вам будет выдано по 1000 монет, чтобы вы могли пожертвовать их туда, куда пожелаете. Так щедро с вашей стороны. Это всего лишь небольшой подарок людям от королевства. Пустяки. Думаю, леди Анна не умеет обращаться с такими деньгами. Умею. Вот увидишь. Хватит ссориться, мне пора произносить речь. Королева поднимается на небольшую сцену. Зрители видят ее и начинают аплодировать. Спасибо, что пришли. Рада приветствовать вас на ежегодной благотворительной ярмарке. Зрители продолжают аплодировать. Похоже, королеву действительно все уважают. Ага, или просто боятся ее. Да, и чего же она должна или не должна? Королева никогда не должна... Не должна что? Королева не должна пугать своих подданных. Ты слишком мягкая для этой роли. Я просто знаю, что лучше, чтобы люди любили тебя, а не ненавидели. Тебе никогда не стать королевой, ты просто не сможешь. Ваш разговор прерывает речь королевы. Я пригласила этих леди, чтобы они смогли пожертвовать деньги на благотворительность. Когда я назову имя, леди должна подойти к сцене и сделать свой выбор. Леди Розетта, ты первая? Люди вежливо аплодируют. Розетта идет к сцене, чтобы произнести речь. Спасибо, для меня большая честь находиться здесь. Я люблю животных с самого детства. Приятно знать, что в ее сердце есть место для любви. С огромной радостью я жертвую свои деньги местному птичьему заповеднику. Так же, как и я. Молодец, леди Розетта, спасибо за твой вклад. Толпа негромко аплодирует. Кроме королевы, пожертвование Розетты никого не впечатлило. А теперь встречайте леди, которая родилась в этом чудесном маленьком городке. Сегодня леди Анна вернулась домой. Поприветствуйте ее. Аплодисменты становятся громче, когда вы выходите на сцену, но все, что вы слышите, это ваше сердцебиение. Всем привет! Надеюсь, вам нравится на ярмарке. Летние дни, когда проводится ярмарка, всегда были моими самыми любимыми. Люди аплодируют еще громче. Похоже, вы неплохо начали свою речь. Что касается благотворительности, я бы хотела выбрать то, что наиболее близко мне. На что вы пожертвуете свою часть денег? Помочь бездомным. Проблема бездомных всегда стояла остро в нашем городе. Поэтому я бы хотела помочь тем, у кого нет своего дома. Люди громко аплодируют. Вы понимаете, что сделали правильный выбор. Спасибо. Благодарю за такой теплый прием. Вы уходите со сцены с гордо поднятой головой. Королева продолжает говорить речь. Вам становится скучно. Я еще не видела принца. Где он? Тсс. Вы оборачиваетесь и в нескольких метрах от себя видите принца, который одет как крестьянин. К черту речь. Пойдем прогуляемся, только ты и я. Думаю, я должна дождаться конца речи. Вы поворачиваетесь к сцене. Многим леди еще только предстоит выйти туда. Ладно, уговорил. На это я и рассчитывал. Пойдем. Вы и принц Джонатан ускользаете от толпы и направляетесь навстречу новому приключению. Интересно, куда он ее повел? Давайте продолжим и посмотрим. Глава 14. Незабываемый поход. Принц Джонатан уговаривает вас провести время наедине друг с другом. Тем временем в замке пробуждается зло.
Сбежав с ярмарки, вы с принцем направляетесь в город. Чувствую себя такой бунтаркой, сбегая вот так. Я так всегда делаю. Разве тебе не нравится на ярмарке? Я всегда ее обожала. Нравится? Просто это мой единственный шанс насладиться свободой. Это единственный день, когда я могу делать, что захочу. Значит, ты хорошо знаешь город? Да, он для меня как второй дом. Наверное, поэтому меня и влечет к тебе. Давай на денек представим, что мы обычные люди. Покажи мне окрестности. Вы забыли, что я и есть обычный человек, ваша светлость. Эй, зови меня Джонатан. Ладно, давай прогуляемся по городу. Я покажу тебе достопримечательности. Вы идете по городской площади. Принц Джонатан идет рядом с вами. Вы чувствуете, как пылают ваши щеки. Как можно здесь развлечься? Дай подумать. Тут есть забегаловка, где зависают все местные подростки. Не могу представить себя там. Не можешь? Я привык видеть тебя в другой обстановке. Мне нравится в замке. В замке я чувствую себя на своем месте. Я рад, что он стал для тебя домом. Думаю, дом там, где сердце. Я тоже так думаю. В любом случае, это место очаровательно. Согласен, я бы много чем занялся здесь, если бы у меня было побольше времени. Например? Я бы сходил в местную библиотеку. Библиотека в замке в 3 раза больше этой. Знаю, но туда никто не ходит, кроме меня и Итана. Мне нравится смотреть на людей, окруженных книгами, но я не часто такое вижу. Что ж, я уверена, что городская библиотека с радостью бы приняла принца в любой день. Куда еще ты бы хотел сходить? Какое твое любимое место в городе? Театр. Старый кинотеатр. Кинотеатр? Неожиданно. Это не просто кинотеатр. Он будто из прошлого, со всеми этими роскошными красными сиденьями и занавесом. Винтажно. В прокате идут старые фильмы. Можно взять масляный попкорн и наслаждаться кино на старом экране. В этом есть какая-то магия. Теперь ты понимаешь, что я имею в виду. Эй, в один прекрасный день я смогу отвезти тебя туда. Я бы с радостью. Только укажи путь. Вы обмениваетесь загадочными улыбками. Я тебе рассказала, почему я уехала отсюда? Вроде нет. Из-за мамы. Она сказала, что я упущу свой шанс, если не познакомлюсь с тобой. Она так добра. Я вспоминаю ее с теплотой. Мне жаль, что ты потеряла отца. Спасибо. Всегда тяжело терять членов семьи. Я знаю по себе. Ты скучаешь по своему отцу? Безумно. Мне всегда было легче найти общий язык с ним, чем с моей матерью. Мне жаль. Я все время переживаю о том, что может случиться после всего этого. Что ты имеешь в виду? Моя мама больна. Прости, я не знал. Она хотела, чтобы я переехала в замок и жила в свое удовольствие. Но я переживаю, что мне придется вернуться домой, и все будет как прежде. Все будет по-другому. Что бы ни случилось, у тебя всегда будет дом в замке. Ты серьезно? Да, мы с Итаном полюбили тебя. Ты отлично вписываешься. Думаю, у нас с тобой могло бы что-нибудь получиться. Согласиться? Я тоже. Ты видишь нас вместе? Думаю, да. И надеюсь, что все получится. Я рад, что ты чувствуешь то же, что и я. Я не хочу на тебя давить. Я не стремлюсь к этому. Так как я принц, я должен побыстрее жениться. Но другие кандидатки... Не подходят тебе? Да, именно так. Даже Розетта? Я давно ее знаю, но она мне не подходит. Почему? Думаешь, я не замечаю, какой она бывает жестокой? Я все вижу. Мы друзья, но в основном потому, что так надо. Я не доверяю ей так, как Итану. Похоже, Итан надежный человек. Он мой единственный друг здесь. А как же я? Это и без слов понятно. Рад слышать. В любом случае, не думаю, что я смогу жениться на Розетте.
Если мы поженимся, она станет королевой, как моя мать. Не факт, что это хорошо. Я ляпнул лишнего. Принц смотрит на часы и вздыхает. Думаю, нам пора возвращаться. Словами не описать, как я рад был провести это время с тобой. Спасибо за то, что видишь во мне человека. Спасибо, что не смотришь на меня свысока, как все остальные. Обещаю, что такого никогда не будет. Пойдем? Вы возвращаетесь в свою комнату и плюхаетесь на кровать. Фух, эта благотворительная ярмарка вымотала меня. Вдруг вы видите записку на прикроватном столике? Ее здесь не было, когда я уходила. Вы берете записку и читаете. Уходи, пока не стало слишком поздно. И это Итан? Какого черта? Вы бежите к двери и выглядываете в коридор в надежде увидеть того, кто оставил записку, но там никого нет. Ничего не понимаю. Кто оставил эту записку и зачем? Вы смотрите на записку в полнейшем смятении. У кого из моих знакомых имя начинается на букву «И»? Проходит минута, прежде чем вы все понимаете. Сердце уходит в пятки. Итан. Это серьезно оставил Итан записку? Мне почему-то кажется, что нет. Что ж, давайте пройдем последнюю, 15-ю главу. Двор лжи и обмана. Все под подозрением. Сможете ли вы поверить им, когда они попытаются доказать свою невиновность? Виновность в чем? В записке? На следующий день. Итан учит вас сражаться на мечах, но вы думаете только о письме, которое получили. Может, остановимся, если ты не можешь сконцентрироваться? Нет, все в порядке, извини. Я просто задумалась. Вы пытаетесь сфокусироваться на тренировке, но Итан легко вас обезоруживает. У тебя так хорошо получалось, Анна. Что-то произошло? Похоже, жизнь при дворе более напряженная, чем я думала. Мне кажется, или ты что-то от меня скрываешь? Да, ты прав. Так говори со мной. Ты можешь мне доверять? Ну, я... Что изменилось? Я... Если Итан и хочет избавиться от вас, он прекрасно это скрывает. Как с ним заговорить? Скажи ему напрямую. Мне кажется, я могу ему доверять. Мне оставили записку с угрозой. Отправитель подписался буквой «И». И ты думаешь, что это был я? Mm. Позволь мне что-нибудь написать. Ты увидишь, что мой почерк не такой, как в твоем письме. Не дав вам ответить, Итан выхватывает мел из кармана и пишет что-то на дорожке. Ну, похож? Вы изучаете его неаккуратную писанину и понимаете, что она совсем не похожа на почерк в письме. Ну, почерк можно подделать. Пожалуйста, не говори так, только не это. Такие случаи доказывают, что я не могу никому доверять. Я бы никогда не сделал ничего, что может навредить тебе, и никогда не прогнал бы тебя. Откуда мне знать? Да ты же лучшее, что случилось с этим замком за последние годы. Мне нравится проводить с тобой время. Ты сделала это место веселым. Я не знала, что ты так думаешь. Ну да, я и не собирался раскрывать свои мысли в ближайшее время. Я понимаю твои страхи. Невозможно быть уверенным в том, кто твой друг, а кто нет. Ты прав. Ты так хорошо ко мне относишься. Не надо было делать поспешные выводы. Ну так, ты сможешь снова мне доверять? Посмотрим. Мне нужно быть осторожной, понимаешь? Понимаю. Дай посмотреть записку. Вы даете записку Итану. Он рассматривает ее и хмурится. Уходи, пока не стало слишком поздно. И... Что думаешь? Возможно, это просто предупреждение. Но это все равно говорит о том, что кто-то хочет мне навредить, так? Об этом я и не подумал. В любом случае, это очень странно. Что мне делать? Ты еще кому-нибудь об этом рассказывала? Нет, никому. Я и тебе-то рассказала только потому, что надо было узнать правду. Я знаю, что ты мне сейчас не доверяешь.
Но может есть кто-то, с кем ты могла бы поговорить? Не думаю. Все под подозрением. Поговори с Алисией. Она твой лучший друг, она поможет. Она знает все уголочки и закоулочки этого замка. Она тут своего рода Шерлок Холмс. Ты прав, пойду поговорю с ней. И помни, я тоже рядом с тобой. Забей, наша тренировка окончена. Увидимся позже. Ага, ладно. Вы уверены, что Итан смотрит вам вслед? Вы дрожите. Да уж, разговор был напряженный. Надеюсь, Итан меня не обманывает. Вы бежите, чтобы найти Алисию и рассказать ей все. Вы находите Алисию. Она протирает пыль в вестибюле. Алисия, мне так много нужно тебе рассказать. Вчера я получила письмо. Мне кажется, оно с угрозой. Вы показываете письмо Алисии. Она быстро его просматривает. Итан? Я тоже так подумала. Но он утверждает, что это не он. Ты не можешь сбросить его со счетов. Ты же это понимаешь? Конечно, но мне хочется верить ему. Знаю. Я знаю, что вы стали довольно близки. Но сейчас... Я буду держаться от него подальше. Хорошо. Что ж, кем бы ни был отправитель, глупо с его стороны давать нам подсказку. У кого еще имя начинается на «и»? Может, это псевдоним? Возможно. Или прозвище. Может, это прозвище Розетты? Истеричка. Смешно, но скорее всего нет. Может, кто-то пытается подорвать твое доверие к Итану, используя букву «и»? Все знают, что он твой единственный друг здесь. Логично. Если кто-то настроен против тебя, он мог бы попытаться разлучить вас двоих, так? Что ж, нам точно надо провести расследование. С чего начнем? Проверить пищу и бумагу. Давай проверим, какая пища и бумага использовалась. Хорошая идея. У многих леди есть своя личная бумага. Пока что не вижу никаких зацепок. Ага, я думала, мы найдем на бумаге фамильный герб или что-то подобное. Что ж, раз на бумаге нет никаких зацепок, я проведу небольшое расследование. Как это? Я убираюсь во всех комнатах в этом замке. Я могу посмотреть, какая бумага лежит на столах у леди. Ты гений. А ты пока заляжешь на дно, наблюдай за всем, что сочтешь подозрительным. Я будто шпион на задании. Можно сказать, так и есть. С этим нельзя шутить. Ладно, я буду максимально осторожной. Хорошо, не хочу, чтобы ты пострадала от этого. Все будет хорошо, правда? Жизнь бывает опасной, ты знаешь это лучше других. Не переживай, я рядом. Итан, наверное, тоже. Ваш разговор прерывают Итан и принц Джонатан. Они смеются. Это твоя лучшая шутка, Итан. Прямо это за комплимент. Мои шутки всегда блестящие. О, привет, леди Анна. Я не заметил, что ты здесь. Привет, Анна. Привет, Алисия. Чем занимаетесь? Вообще-то мы собирались пойти покататься на лошадях. Наши лошади в последнее время вынуждены простаивать в стойле. Нужно вывести их на прогулку, чтобы они размяли ноги. Пойдем с нами. Езда на лошади – важный навык, который леди Анна сможет использовать в своей придворной жизни. Да, думаю, это так. Буду счастлив провести больше времени с тобой, моя леди. Это хорошая возможность понаблюдать за Итаном, поискать зацепки. Чем хотите заняться? Пойти, конечно. Как я могу остаться здесь, когда они меня позвали? Я согласна. Отлично. Встретимся в конюшне. Мы выберем лошадь для тебя. Когда вы приходите, Итан и принц Джонатан уже ждут вас в конюшне. Эй, время выбирать лошадь. У тебя нет опыта верховой езды, так что будет лучше, если ты поедешь на одной лошади с одним из нас. Ладно, звучит справедливо. Сначала познакомься с Квинни. Квинни – белая лошадь с серебристой гривой. Это мой Мейбл. Царственная черная лошадь трется о вас носом.
На какой лошади ты хочешь покататься? Мейбл, наверное. Мейбл снова смущенно трется о вас носом. Она тебе понравится, у нее мягкий характер. Настало время делать важный выбор. С кем бы ты хотела прокатиться на лошади? Один совет, тебе следует выбрать меня. Или, знаешь, ты могла бы выбрать меня. Что ж, это твой выбор, с кем ты поедешь? Принц Джонатан. Я поеду с принцем Джонатаном. Мудрый выбор, моя леди. Ага, если хочешь ехать как улитка. Не слушай его, он полный неудачник. Может, уже поедем? Конечно, поехали. Парни выводят лошадей из стойла. Вы идете за ними. Вы едете по полю на Мейбл, который управляет принц Джонатан, сидя сзади вас. Это место прекрасно. Лошади бегут рысью рядом друг с другом. Нам нужно ускориться. Думаешь, это хорошая идея? Леди Анна справится, а вот ты, похоже, не хочешь. Если честно, не очень хочу ехать так быстро. Чего хочешь ты, леди Анна? Ну, давайте не будем торопиться. Зачем нам это? Давайте поедем медленно. Как хочешь. Принц Джонатан расслабляется. Лошади неспешно шагают по полю. Нет ничего лучше, чем расслабляющая прогулка. Не могу не согласиться. Светит теплое солнце. Вы подходите к вершине холма, откуда открывается вид на все королевство. Вау, какая красота! Вы сходите с лошади, парни следуют вашему примеру. Итан занимается с лошадью, вы стоите рядом с принцем. Никогда не воспринимаю этот вид как данность. Я тоже. В один прекрасный день все это может стать твоим. Ты имеешь в виду нашим? Да, именно так. Он берет вас за руку, вы краснеете. Принц Джонатан. Давай ненадолго опустим формальности. Зови меня Джонатан. Джонатан. Я рада, что мы здесь вместе. Я тоже, моя леди. Надеюсь, мы еще не раз насладимся прекрасным видом вместе. И я надеюсь. Пойду проверю лошадей. Скоро вернусь. Ладно, без проблем. Принц уходит. Вы замечаете, что к вам подходит Итан. День прошел хорошо? Ну, средненько. Мне не понравилось, как мы расстались после тренировки. Да, не самое теплое прощание. Хочу тебе кое-что подарить. Может, это изменит твое мнение обо мне. Вы неуверенно подаете руку, Итан кладет в нее что-то холодное. Это мой фамильный нагрудный знак. На нем изображен наш герб. Поняла. Не уверен, что ты поняла. Эти знаки обычно передаются как символ, когда два человека из разных семей женятся. Ты что? Нет, это не предложение. Я просто хочу показать, что моя семья всегда будет поддерживать твою. О, ясно. Я хочу защищать тебя от всего, что может причинить тебе зло, если ты позволишь. Я знаю, что вернуть твое доверие будет непросто, но подумай об этом. Джонатан возвращается к вам, чтобы любоваться видом. Втроем вы стоите в приятной тишине. На секунду вы забываете обо всех проблемах. Лучше и быть не может. Станете ли вы королевой Джонатана? Или выберете Итана? Следуйте за своим сердцем и посмотрите, что будет дальше, в следующей части. Ну что ж, ребят, на этом заканчивается первый сезон. И думаю, что скоро мы с вами начнем проходить уже второй. Я-то надеялась, что леди уже выберут в первом сезоне, но, видимо, нам еще многое предстоит сделать. Интересно, как Розетта отнесется к тому, что она не станет королевой? В общем, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока!